Елена Лотова не привыкла пасовать перед трудностями, ведь она с детства покоряла новые творческие вершины. Талантливая артистка смогла запомниться зрителям яркой внешностью и участием в съемках военных и исторических фильмов. Елена Сергеевна Лотова родилась 11 августа 1988 года в Усть-Каменогорске, Казахстан. Девочка с ранних лет увлекалась творчеством, стремилась развиваться в разных направлениях. Она училась в музыкальной школе, где освоила фортепиано, занималась художественной гимнастикой и посещала секцию ушу. В старших классах Лена твердо решила, что станет актрисой. Она поступила в высшее театральное училище имени Михаила Щепкина, где училась под руководством Дмитрия Казнова. В этот период будущая звезда заинтересовалась профессией каскадера, начала брать уроки рукопашного боя и фехтования, в чем достигла немалых успехов. Экранная карьера Лотовой началась еще во время учебы в ВУЗе. Молодая актриса сыграла эпизодических персонажей в таких популярных сериалах, как «Любовь» и «Шаг за шагом». Вскоре после выпуска Лена присоединилась к актерскому составу мелодрамы «Кабы я была царица», снятой по одноименному роману Веры Калачковой. События разворачиваются вокруг трех сестер, которые рано остались без родителей. Рассказывается об их детских мечтах и трудностях взрослой жизни. Девушке досталась второстепенная роль Светланы. Знание каскадерских трюков пригодилось Елене на съемках третьей части самого лучшего фильма и сериала «Невидимки». Но в этот период Лотова оставалась заурядной актрисой, получающей преимущественно эпизодические роли в кино. Ее фильмография пополнилась такими проектами, как «Профиль убийцы», «Катина любовь» и «Метод Фрейда». Впервые зрители обратили внимание на молодую актрису после ее появления в сериале «Второе дыхание», где она сыграла подругу дочери главных героев. В центре сюжета история супружеской пары, чья жизнь резко меняется после злополучного ДТП. Вскоре Лотовой предложили роль в картине «Петр Лещенко. Все, что было», основанная на биографии популярного певца. Лена воплотила образ его второй супруги. Звездным часом для Лотовой стало участие в съемках детектива «Три дня до весны», действие которого разворачивается в блокадном Ленинграде. Героиня актрисы девушка Ольга, которая является талантливым врачом-эпидемиологом, вместе с офицером госбезопасности Владимиром Андреевым, которого воплотил Кирилл Плетнев, и предстоит всего за 3 дня предотвратить катастрофу мирового масштаба. Актриса не скрывает от поклонников информацию о личной жизни. Она счастлива замужем за актером Александром Зельским. Супруг поддерживает возлюбленных, часто появляется с ней на публике и выкладывает совместные фото на странице Инстаграма. В свободное время звезда занимается спортом, увлекается теннисом и верховой ездой. Это позволяет Елене оставаться стройной и хорошо выглядеть в купальнике при росте в 168 см, она весит всего лишь 53 кг.